Центральная Десногорская библиотека отпраздновала 45-летие. Немногим младше самого города, это учреждение по праву стало частью его и не теряет своей популярности даже в 21 веке. Радостное событие отмечали 6 февраля. Путь длиной в 45 лет. От небольшого помещения до отдельно стоящего здания с книжным фондом более 100 тысяч экземпляров прошла Десногорская библиотека. Все это время она была не только информационным центром, но и местом дружеских встреч, тематических мероприятий и праздников. Исключением не стал вечер 6 февраля. Сегодня празднуем юбилей библиотеки, которая, считайте, является ровесницей города и на протяжении всего его становления шла рядом и помогала первостроителям, их детям, их внукам, всем нам в том, чтобы этот город развивался. Отметить юбилей библиотеки пришли многочисленные друзья учреждения. Среди них представители администрации Десногорска, сотрудники предприятий города, творческие коллективы и общественные организации. Ну как может быть библиотека учреждением? Это храм на самом деле. Это вот. Поэтому библиотека, а не учреждение. Библиотека – это вот как раз храм, хранилище, знания, источник знаний. Коллективу библиотеки были вручены благодарственные письма за добросовестный труд и большой вклад в библиотечное дело. В том числе, благодаря преданным своему делу людям, учреждение продолжает оставаться одним из культурных и общественных центров Атомграда. Спасибо всем нашим друзьям, всем нашим коллегам, нашей команде, всем нашим самым добрым-добрым людям, кто любит, помнит, знает и о библиотеке, и о работниках, и о том, как библиотека понимает, как библиотека должна жить. Теплая атмосфера библиотеки в этот раз была еще и по-особенному праздничной. И нет сомнений, что несмотря на цифровой 21 век, библиотечное дело будет жить и дальше. Ведь уютное ощущение от книги в руках не заменит ни один гаджет.